Всем привет, с вами я, Гави Еска и мой друг Гави 964. Поздоровайся. Всем привет. Привет, огромный привет всем, кто только что. И если вы зашли только что на канал, то вы должны подписаться, потому что это жестко, надо подписаться. Потому что у меня хорошие видосики выходят почти каждый день, да. Лайк, плюс подписка, большая писька. Он сможет, например, донатить какую-нибудь игру и потом раздавать вам подарки. Да-да, если я когда-нибудь вообще я накоплю на донате, то я буду раздавать его. Конечно же, я буду раздавать, потому что я добрый человечек. Просто на стриме, если будет много онлайна, я, конечно же, задоначу и разыграю. Если будет хотя бы 10 онлайна на стриме по Роблоксу, тогда я разыграю, конечно же. Конечно же, разыграю наш любимый донатик. Нет, не донатик, а просто робуксы разыграю. Но могу, если вы хотите на стриме, разыграть 3 бобукса. Да. И чтобы участвовать будет, надо подписаться на мой дискорд. Надо зайти в мой дискорд сервер. Добавить друзья в ВК странички. И... Смотри. Смотри, вон мангал, Я знаю. Короче, и чтобы участвовать в конкурсе на 3 бобукса, вы должны написать комментарий со своим именем в Роблоксе, чтобы я вам мог перевести свой приз. И, то есть, могу вам... Короче, надо подписать, надо зайти в Discord сервер, написать что-то в общении, чтобы я поняла, что вы живые. Потом добавить друзья в моей ВК страничке и написать комментарий со своим ником в Роблоксе. Ты Нокинд? Чё? Ты Нокинд или, ну, норм, ты житель или убийца, или шериф? Житель. Чё врёшь, Нет, у меня нету. Можешь на видосе даже пересмотреть, я просто там невинный был. Вот, чтобы участвовать в конкурсе. Ты чё? Ты убийца. Убийца. Я не знаю. Откуда я должен знать, если я его даже не видел никогда, Чтобы участвовать в конкурсе, надо, конечно же, зайти в дискурсеры, написать что-то в общение, и там, и в комментариях к этому видео написать свой ник в Роблоксе. Если у вас будет стойка в произонах, я вам задам. Идем со мной на диванчик посидим. Где? Я тебя не вижу. Я в мангале, короче. Я в мангале нахожусь. Тут, где-то, в мангале. Я знаю, кто убийца. Чё? Ну, я знаю, кто. Розовая девочка. У меня уже 40 набрано монет, я уже не могу, короче. Ура, мы победили! Ура, Давай, если будет особняк, типа будет дом 2, тогда сразу дом 2 бьем, да. Он есть, нет, особняк 2, но тоже норм карта. Давай, на особняк 2, все нажимаете. Особняк 2, имба, он имба. Опять же та карта. Да пофиг, тоже имба карта. Это же тоже хорошая карта, ты чё? Мы планируем где-то каточек 5 сыграть и потом уже заканчивать видео, да? Да. Это уже вторая каточка. Я вообще невинный. Честно. Если я убийца, тогда я показываю трусы. Камеру. Ну, реально. Если ты убийца, меня не убивай, ладно, пока. Нет, ну я не убийца, честно же. Если я убийца, тогда я, ну, как говорил. Что говорил, то и сделаю. Да, не убийца, я только что видел, что ты убил девочку. Так это не я, это не я убил. Кому ты тут убежать? Кому ты ты... О, передо мной убил!
кому ты врёшь? Никому я не вру, ты не пиздовал. Я никому не вру. Это здесь пиздовал. Ай, по мне могут, не могут попасть это. Где всё? Это здесь пиздовал. Я умею ножи кидать, а ты не умеешь, ха-ха, нубик. Я не буду. Ай, почти попал. Это жесткая дуэлька, это жесткая дуэлька. Я вижу. А ты шериф убил, что ли? Да, нет, я не убил его. Ты чё тут, ты спрятался от меня, пупсик? Да блин, мы пупс, не надо. Ну я не пупс, это ты пупсик, Зексе. Они все на одном уголке сидят. А в каком уголке, чтобы меня типа закемпить, типа меня убить, да? А ты что, убийцу, убил шерифа, что ли? Нет, не убил, ничего я не шерифа не убил. Я ничего не такого шерифа. Не, реально. Нет, не убил, я реально не убил шерифа. А, да, реально. Я слышу даже звук шерифа, где он? Где он? Я знаю, кто. Ну, пон. Мне вообще пофиг, кто убийца, я просто всех подряд убью и там будет убийца. Так а где они меня кемперят? А где они меня кемперят, скажи честно? А у меня еще одни уголки здесь кемперят все. А вот, иди наперед, они прям там все втроем. О, вижу. Да почти попал. Вот там я видел два, я двоих там видел. Там, там все втроем. Там и третий, я там и третьего видел. Да их невозможно, они просто кемперят. Они дебилы, они просто будут кемперить время и все. Им вообще похуй. Ну, блядь, они долбоёбы, они сука, кемперят, сука, долбоёбы, кемперят, сука. Пидоры, кемперите, вообще нечестно вообще-то, блядь. Я вас не кемперил, сука, они, блядь, меня кемперят, сука. Гомонись, порося. Гомонись, порося. Да боже, ну эти... Да боже, да боже, у меня пукан взрывается каждый раз. Да мне в Да боже, я в Джоу Трудэш играю, у меня пукан и там взрывается. Порося! Чё? Да угомонись уже, порося. Я в Джоу Трудэш каждый день играю, поэтому у меня пукан взрывает. Да ты порося. Ты тоже порося. Так убийца два раза подряд может выпасть, кстати. Я знаю. Ну, 2%? Мне шериф выпал, мне шериф выпал, мне вот шериф. У-ху-ху, ласка, ты. А, ты убийца, ты убийца. Шучу, шучу. Не, реально. Так, так, докажи. Мне ладно, смотри, там, вот смотри, я вместе со всеми буду бегать, я даже никого не убью. Да-да-да. Вот ты на мышку нажимаешь. А что ты на мышку? Так я ему в рот прямо попала, он почему-то не сдох, в чем прикол? Тебя в рот бум-бум, понимаешь? Да-да-да, у меня бум-бум в роте. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайки, подпишитесь на мой канал и оставьте комментарий, чтобы продвигать мои видео. Я хочу хотя бы набрать 1000 просмотров, первые 1000 просмотров, чтобы я был жестким. Может, после... Мы, может, и пойдем на Рилли Волт или на Скайварс и заснимем видео. Помнишь, когда мы пытались заснять с тобой? Да-да-да, но в конце произошло неполадки. Да, у нас взяли, ну, не сначала... Соса! Взяли, написала, соса купила! Я сосат, я... А, ой, сосат, а, о, она хотела сосат написать, она походу, знаешь, откуда у нее этот ножик, знаешь? Откуда? Она просто сосала, она сосала, отчиму, она отчиму сосала,
И он подарил ей этот ножик за то, что жестко сосной, потом подарил ножик, короче. Вот это жесткий отчим, вот это жесткий отчим у него, 1000. Это 89 левел 3 раза, ха-ха. Да вот это то, чем он переданул, короче, это то, чем он переданул. Ну тут у бебра. Бебра, тут жестко, тут у бебра, это тут у бебра. Лох, ты не шрифт, лох. Да. Где уже дом 2? Я хочу дом 2, я хочу в реалити, я хочу попасть в реалити дом 2. О, НС, вот. Сюда, сюда, пупсик. Пидорас. Все, норм. Ты чего? Да. О, все, ботиков. О, домой ботиков. Он еще изи написал. Вот этот долбоеб еще изи пишет, блять. Вот тут этот пип. Как и вместе. Вот ты долбоеб вообще ебаный. Ну, вообще безмамный, говорит, походу. Походу безмамный еще. Я не вина. Я не вина. Ты опять мордер, блядь. Да чё, откуда я хуй ставлю? Если я сейчас мордер, то я реально отрежу свой хуй прямо в хуй прямо отрежу. Если я так говорю, значит, так, честно, я не мордер. Ну да. Давай вместе, я тебя не буду убивать. Давай я его даже не буду доставать, потому что у меня его даже нету. В чем прикол? А, даже не будешь доставать, потому что он тебя есть, да? Да нет, у меня нет. Я знаю, что кто убийца. Сука, какой нахуй я убийца, блядь? Я просто бегаю монету собираю, пидорас, ты что, стахуел, что ли, блядь? Да сука, вот я бегу оттуда, пидорас, и вот я просто бегаю. Я бы за тобой я не знаю, я уже тут. Никто. Я просто зашел в туннель, и меня убили с собой. Вон, а кто убийца? Сейчас. А кто убийца? Мы же так победим, я шерифу скажу, кто убийца, и все, и жестко дресс. А, GDSGSKDF. Ну, короче, он с кепочкой черной. Ну, как кепочкой. Он прям вообще пипец с этими. Короче, пиздец. А он, это скин девки у него или жесткий? Шериф убьет, честно. А нет, шериф вообще не убьет. А нет. Нет, а у него какой-то... Да, какой у него? У него типа, такой типа жесткие наушнички, да? Да. Все, это у кого у ко го ро зо вы е на науш Ники! Вот он сейчас убьет, он! Он тебя сейчас убьет, да? Вот она вот прямо тут стоит. Так, блядь, она бы... Ты сказал, что мы с розовыми наушниками, пидорас, ты чё? Нет, я думал, ты не с розовыми наушниками, но не наушники жесткие, а это, оказывается, я говорю, кепочка у неё. Квелли это был? Нет, это не Квелли. Нету такого скина, дебил, тут ни у кого нету такого скина. Дура посмотрела сейчас в этом, кто убийца. Ой, я поднимаюсь в воздух, смотри, я воздух поднимаю, смотри. Арабская ночь. Смотрите, я воздух поднимаю, смотри, я воздух поднимаюсь. Я воздух поднимаюсь. Зынь, я в воздухе. Нет. Я в воздухе был. Оп, я упал, видел? Нет. Да блин, ты такое пропустил, я вас... Я вообще в космос улетел. Нет. Да куда пошёл всё нахуй? Нет. Дом 2 был здесь. Так нет, это особо... Это Хотел 2, дебил, ты чё, карты не знаешь? Ты дебил! Всё, последнюю катку играем, заканчивая ведущий экран. А, я не виновен, как обычно. Ну я тут себе пипец! Чё? Я тоже не виновен. А что ты сказал тебе? Не пиздец, что ты сказал, я не послышалась. Я послушал. Да ты за мной. А что ты за мной бегаешь? Хватит за мной бегать, ты что? Ты что за мной бегаешь? Ты бежишь от меня, зачем ты ко мне бежишь?
Отойди от меня! Отойди, мразь, отойди от меня! Я не хочу убирать! Нет, я не хочу убирать! Ты, блядь, стой! Бежим! Скорее бежим! Что ты за мной? Я сейчас дойду от тебя и напишу, что ты убийца! Давай, скажи! Бежим! Девочка, Вэлзи, беги со всей скорости, давай, я в тебя верю, давай! А, ты за девочкой Вэлзи пошел, ладно, так пока. Гави-луп, все, я... Гави-луп! Ставлю... Да, меня убили, Гави-луп! Вообще... Тебя не убили. Что ты ставишь? Ставлю пенсию. Пенс. А где пупсик? А, то есть ты был убийца, да? Тебя убили и ты сдох. Да, ты был убийца, ты лежишь как убийца, ты убийца. Катка почему-то не заканчивается, я не знаю почему. Да. У которого фиолетовый нож, это она убийца, короче. У которого фиолетовые волосы? Сейчас скажу. А Ник! Не, у меня белый. А Ник! А, все нормально. Па-бам. О, очень трансует ранец, жа-жа-жа. Все, давай видео заканчивать. Вот это ты, идем. Ебать, у него 2015 года пистолетик. Всем пока-пока, с вами был я, Гави. Ой, был я, Еска, и мой друг Гави 964. Попрощайся. Пока-пока. Все, всем пока-пока.